мне оказана величайшая... Может, удастся к чему-нибудь это прикрепить? Лучше беги. Они поместили меня.
Я на вершине, Надя. Я тоже уже почти добралась. Не ходи никуда без меня. Смотри-ка, подъемник работал все это время. Она даже кое-что добавила, но, похоже, веревки совсем сгнили, им недолго осталось. Нужно лишь подняться. И спуститься. Рано или поздно. Попробуй потянуть тот рычаг на платформе. Вдруг заработает. Умная это ваша ведьма. В долине все работает на образ Бабы-Яги, а пыльца довершает дело. В прошлый раз подъемник выглядел совсем не так. Как избушка на курьих ножках. Все как в сказке. А без пыльцы просто старый механизм. Извини, я так верила в дедушку в сказку. Она же в России выросла, сказки знала хорошо. Надя, а твой дедушка часом не может ее знать? Он ведь сидел в лагере, ты сама говорила. Не совсем. Я не про это говорила. Дедушка был охранником, а бабушка заключенной. Она была гениальным ученым, и ее привезли в долину, чтобы разобраться с чем-то там в руинах. А потом появилась ведьма. Дедушка так себе этого и не простил. Смерть ведьмы ее не вернет. Но я понимаю. Будем надеяться, мы доберемся до него вовремя. Надя, быстрее! Нет. Надя! Как раз, когда на... Она, наверное, внутри. Ну, вперед.
Возведение храма продолжается. Она. Господи, что она с ними сделала? Отряд Браво, пропавшие военные, они здесь. Голова. Нет, мне нужна эта последняя доза. Это последняя.
Чита!
Довольно. Я знаю, кто ты. Я могу лишь представить, через что ты прошла, чтобы выжить.